Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. В этом видеоролике хочу показать и рассказать вам про лучшие фишки на iOS 18. Перед началом этого видеоролика ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и давайте будем начинать. Итак, для начала давайте перейдем к первой фишке, которую я хотел бы вам показать. На новой версии iOS мы наконец-то можем записывать разговор на нашем телефоне. Я вам на данный момент не буду показывать, как это работает конкретно на моем телефоне. Однако, когда вы берете трубку, у вас появится кнопка «Запись разговора». Вы ее нажимаете. Однако, вы помните, что запись разговора, уведомление о том, что вы делаете запись разговора, придет к вашему собеседнику. Это первое, что я хотел бы вам рассказать. Вторая фишка, это нам, для этого нам нужно перейти в камеру. Переходим в видео, и теперь мы, смотрите, что делаем. Начинаем запись экрана, то есть запись с камеры, и у нас появляется вот такая вот кнопка пауза. Мы наконец-то можем ставить видео на паузу. Очень многие ждали этого, и наконец-то мы дождались, и теперь мы можем ставить видео на паузу и потом продолжать запись. Это вторая фишка. Третье. Теперь мы наконец-то можем блокировать конкретное приложение с Face ID. Смотрите, зажимаем и нажимаем кнопку «Требовать Face ID». Также мы можем нажать кнопку «Скрыть, требовать, скрыть и требовать Face ID». И если мы это нажмем на эту кнопку, то тут вот справа снизу у нас будет отображаться конкретно YouTube Music в нашем случае. Смотрите, нажимаем «Требовать Face ID» и нажимаем «Скрыть и требовать». Сейчас у нас тут пропадает. Давайте еще раз попробуем. Я не смог Face ID включить. Требуем Face ID, «Скрыть и требовать Face ID». Вот так вот. И нажимаем «Скрыть». У нас YouTube Music пропадает и появляется вот тут. Для того, чтобы нам открыть скрытое, нужно опять же включить Face ID. Также можем вернуть на экран домой. Вот такая вот классная фишка номер 3. И давайте перейдем к четвертой. Теперь мы можем настроить наш экран блокировки. Смотрите, как видите, у меня уже тут стоит значок, который открывает нам переводчик. Но вы можете тут установить абсолютно любую кнопку, которая вам нравится. Давайте попробуем на примере. Включаем настроить экран блокировки. И смотрите, тут мы можем что делать? Мы можем изменить шрифт цифр. Мы можем изменить цвет времени. И вы можете нажать на плюсик и выбрать сюда что угодно, что вы хотите. Абсолютно любой вариант, любую кнопку вы можете тут поставить. Поэтому вот такая вот классная фича на новом iOS. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до новых встреч!